Здоровенький, ребят, вы на канале Фордмак. Ну что же, ролик от Валеры Гостера про игру Supernatural. Сюжет, если бы вынесли мусор. Ну да, судя по картинке, все довольно засрано, поэтому посмотрим, насколько же быстро тут уберутся. Ну что же, давайте посмотрим. Поехали! Всем, Валера, я привет. Сегодня я Supernatural и Spirit White против Грязного дома. Это будет вообще заруба. Блин, наконец-то игра про меня. Тут что-то еще говорить надо. Я Келька. Вот некоторые из команд, которые вы можете произносить. Давай-ка ты не будешь мне, я сам буду выбирать, что мне произносить. Супернатуралы, это же вот этот сериал про этих двух типов. Блин, там моя любимая серия, вот эта вот. Чё? Куда собрался? Я друг. А ты уверен, что ты готов к отдыху? Так, автору приятного аппетита, а мы продолжаем. Погнали, короче. Детектив Белый, я не могу поверить, что говорю с вами. Я был большим поклонником вашей работы, особенно того случая с Сакамото. То, как ты это сделал, было просто гениально. Понял, что вы тот человек, к которому стоит обратиться. У меня дома сложилась странная ситуация, которая не дает мне покоя по ночам. О, Смэк, приятно познакомиться. Кто там храпит? А, что это, фанкопоп у него? Скажите мне, что происходит. Речь идет о миссис Сьюзен, женщина, помогающая моей беременной невестке Кейли и мне по дому. Около недели назад она исчезла, пропала, не отвечала на звонки, пропускала свои рабочие часы. Что-нибудь необычное в ее поведении перед тем, как она исчезла? Она стала вести себя странно, называть нас разными именами, напевать странные мелодии. Это очень напугало Кейли, она недолго уехала к родителям. А насчет денег не беспокойтесь, мы найдем мисс Сьюзен. Беспокойтесь, я много беру. У нас не так много. Насколько много? Мне еще нужно на чаек дополнительный. Денег, особенно после покупки этого дома. Но мисс Сьюзен, значит, для нас все, понимаете? Не гони, я в курсе, сколько эти чайники стоят. Так, кстати, это тостер, тем более. Тостер, наверное, вообще стоит, блин, как вся плита. Не, просто реально порой смотрю на некоторые тостеры, я не понимаю, за что, блядь, за что? Просто жарилка для хлеба. Дал смэг, потому что ты, ну, ну ладно, пожалуйста. Я продолжу, но не буду. Просто позвоните, как только что-нибудь узнаете. Реально, не волнуйтесь насчет денег. После моих услуг у вас их не будет. Кто так жестко храпит? Ля, обожаю, это же французский буллинг. Че такое худой? Тебя что, не кормят, что ли? Смотрите на палочку, он жирный писец. Ля, ты трактор, ёб твой. Это что, снова нерабочие кнопки? Работа. А почему ты... Ты куда уезжаешь, дура? Отвратительно. Ну. Обожаю настройки, которые, сука, просто сами слетают. Когда помню, настраивал себе максимум памяти, выбираешь, а он уже на нуле. Спасибо большое, нахер делать настройки, которые не работают. Ладно, посуду не помыли. На плиту зачем насрать? Мне кажется, я раскрыл дело. Вашу домработницу просто сдуло. Пример... Походу там опять злая ведьма, блин, из волшебника из страны Оз насрала. Примерно на запад. Почему тут такое свинство? Я бы на ее месте тоже не вышел на работу. Люблю такие игры детализированные. Тут можно все посмотреть отлично. Я хочу такую фигурку здесь. Бля, прикольный фанкопоп. Теперь тоже. Хочу! Писец, ненавижу такие игры. Что-то хочется после них всегда. Ля, дом какой, слышишь? Денег у него нету. Ага, конечно. Думаете, я не отражаюсь? Короче, погнали смотреть. Летим на мид. Что там говорить-то надо? Can you hear me там? Are you friendly, ёп? Бонжур, ё-моё. А, я думал, тут стоит. А чё, батарея под потолком, это эффективно вообще? Это, наверное, какое-то дизайнерское решение. Возможно, мы не понимаем всего его гениального подхода. Я, конечно, не хочу душнить, но уже поздно. Берлога кайф. Можно я тут поживу? Мне кажется, расследование затянется. Какие есть свободные комнаты? Ля, уже нашел. Выселим отсюда этого маленького сатаниста. Ну, без шуток жутковато. Просто такая огромная комната и маленькая в углу колыбелька. О, меня слышно. Алло. Господи, пес проснулся. Походу голодный. Good evening, spirits. My name is White. Spirit White. I am supernatural boy. Please, не ори, мразь. Потыкать разрешите в компьютер? Not now. А может я буду решать, когда нау, когда не нау? А чё на нем цифра? Еще одна. Три. Это мне нужно знать теперь, запоминать. Show yourself. О, где-то здесь. Show yourself. Да не ори, просто покажись. Если ты пытаешься мне тут что-то наморзянить, я не понимаю. Show yourself. Не, ну вы посмотрите, какой вредный призрак, а. Обязательно мусор в доме хранить, типа? Блядь, уж настолько все погнивое. Вот у соседей же летает. С сожалением сообщаем, что ваш ипотечный платеж за недвижимость в настоящее время просрочен на 95 тысяч баксов. Скорее всего, я работаю бесплатно сегодня.
Яйца какого-то... Походу. Что-то хрена не в холодильнике. Чё, блядь, с этими людьми? Только что произошло единственное автосохранение. Теперь назад дороги нет. Вам придется столкнуться с тем, на что подписались. Это нереальная жизнь, это игра. Ты чё, охерел, блин? Где еще сохранение? Со скибиди туалетами? Иду, перестань звонить. Если мне снова придется искать пароль в течение 2 часов, я уйду. Я уйду, если не разберусь за 5 минут. Эй, Келли, если ты опять забыла пароль от компьютера, я разбросал по дому твои игрушечные фигурки, повесил коробки своим логином и паролем. Как-то сложно, я, наверное, пойду. Ладно, в целом можно и разобраться. Значит, последовательность. Курица, корова, кот. Какой-то список продуктов получается. Все, я иду. Начнем с этого. Это кот номер 3. Но выглядит несложно. А где это? О, я тебя знаю. Ты мне шею свернула. Электронная голова 4. А, я же должен был найти домработницу. Я ее нашел, забирайте. Она у вас в стенах шарится. Курица 8. Какой же я 8? Умный парень. Веду блокнотик. Ты прекращай мне этим заниматься. Я тебя сейчас покликаю кнопки. Херево, что ли, блядь? Че, лампочку сломаешь, блядь? Это знаешь, какие лампочки сейчас дорогие? 2. Все, корова осталась. Сейчас я буду час искать последнюю корову где-то. Давайте без этого. Просто швырните ее в меня и все уже. Я же просто сейчас буду тыкать на удачу последнюю цифру. Ага! Валерий Брутфорсович, за работой. Она все это время названивает, блядь. Малышка, или дома? Ты уже починил свою камеру? Господи, блядь, я, конечно, все понимаю, но модель какая-то... Ну, криповатая. Думала, что мы могли провести немного, но, знаешь, нашего времени пока ее не будет. Притворяясь Колтоном. Ватсап, Белла, я Колтон. Люблю чайники с Мэг. У тебя какой-то странный голос, Зай, все в порядке? Йо, ватсап, все пучком. Очень надеялась приехать. Я очень хотела тебя увидеть. А тут света нет. Миссия Сьюзен пропала. Мне нужно идти, встретимся позже. Наконец-то, елки. О, гигли. Гигли. Камеры есть. Сюда. Переключайте камеры с помощью кнопок предыдущая и следующая, а также используйте ночное видение с помощью... Ей, мы играем во FNAF Slash Observation Duty. Кнопки ночное видение. Какая кнопка отвечает за это? Can you help me? Do something. Do hasmish. О, блоховоз где-то гавкает. Пса нет, на месте. А где он делся? Вон что-то гавкает на холодильник. What? Bro, what are you talking about, man? Ой. Ситуация. Блять, типичная ситуация. Теща готовится как-то разнести тебя. Окей, гигли. Призрак за спиной. Что делать? Ну, отойди. Сейчас я встану, секунду. Ну, собственно, я так и знал. Какого дьявола ты здесь шумишь? Я просто... Ты, собачонка, убила гольфиста, убила японского анониста. Кравлер. Нафига ты это написал? Вытирай. Кравлер. Короче, вкратце, жила-была мисс Кравлер, все ее любили. Она висит на дереве, все потом грустили. Очень... Охуенная песенка, блядь. Интересно. Но и что? Все, что я понял. Висит груша, нельзя скушать. Аппетитный стоит хруст, я слышу. Мисс Сьюзан, ну что это за малевичи на стенах? Уф, насрава так насрава. Что за жизнь без тети Гали? Бабушка, я вас нашел. Почему на работу не ходите, а? Блять, ладно, это больше смешно. Ну, это было соблазнительно, конечно. Блять, я не могу просто анимации очень смешные. Она так ушла, типа, пойду за пирожками. Что, у меня вошла бабка? С этого момента микрофон работает. И не шути так, пожалуйста, а то страшно так шутить. Бабка вошла. Куда она вошла? Вот это вы можете общаться с существами. Так, записывай мои требования. Я хочу... И что, мне молчать теперь? А как мне жить? Хорошо. Are you friendly? У меня были еще вопросы. Вообще, что это надо молчать? А как мне записывать тогда? Я покопалась в интернете, и знаешь что? Мисс Сьюзен умерла 3 года назад. Разве это не безумие? Дура, я тоже умею киглить. Там она меня убила. Я сдох. Дурень, не шуми. Там, где мы смотрели телевизор, короче. Загадки для детского садика. Да я пошутил. Теперь эти бумажки собирать. Одну собрал. Теперь собирайте меня. Мне нужны подсказки. Что ты творишь? Такой вопрос. Are you friendly? А нафига тогда меня убило? Там... Сука.
Сколько можешь, да? Да сука, падла, я болею! Главная проблема таких хорроров. Если у вас сезонная аллергия, или вы простыли, вам пизда! Я килька! А что это такое? Я собираю мужика. Получается какой-то молодой Николай Воронин. А она разбирает меня. Бля, ну вот опять. Да дай поиграть в пазлы. Do something. Do backflip. Do Рака Макафо style. Не буду я молчать. Да-да-да-да-да. Наконец-то. Собрал. Фолтом. Все не так-то. Это N. Это его подмышка, а не M. Художник петух. Да пи***ь. Тон. Значит, здесь все просто. Шериф-герой спас, короче, семью от огня. Молодец, герой, просто чудо. Питьевой. Окей. Шоколадный. Хочу. Я не заткнусь. Я буду ходить и говорить гадости тебе всякие. What do you want? Тогда тебе не стоит сворачивать мне шею постоянно. Ну не то, чтобы я боюсь, просто неприятно. А, ну да, обожаю такой, я тебе не враг. Но если попадешься, я тебе сверну шею и оторву голову. А вот это что? Я опять сдох. В смысле нет? Да, блядь. Ну, теперь-то я сдох. А, спасибо. Ну, на хоть чем-то сошлись. А что мне делать-то? Can you help me? Избавь нас от его души? Можно пояснение? Мистер Призрак, попонятнее можно? Че, владельца что ли дома убить? А чё я-то? Кого убить? Сама убей. У тебя нормально получается. Опа. Okay. Чё, в натуре волыну дали? Прикольно, конечно. А кого валим? Дурачок, у меня ствол. После этого всего я собираюсь валить спину на тебя. А, вот это перевари сначала. А тебе нормально обойму впитать? А я чё, А ему нормально, блядь? Кто там и стреляю? Чё ему похер? Какой дробовик на пистолетке конченый? У меня 40 хп, у него 100 пуль в лице. Как, чё делать-то? Слышь, призрак, can you help me? Я не могу! Где боеприпасы нормальные? Мы идем разбираться! Ага, ждем выстрела. Все, выходим. О, получил? Ты как все пули съел? Офигеть. Мужик, в чем секрет? Блядь, бронебойный. Секрет, чем ты питаешься? Паркет вскрыли. Под полами тухнет парочка. Мать твою. Отличный дом в ипотеку, что сказать. Детектив Уайт раскрыл мрачную правду трагической гибели миссис Сьюзан и ее мужа. Виновником оказался шериф Роберт Холтон. Ревность поглотила его, когда мисс Сьюзан предпочла ему другого. Манипулируя местными новостями, Холтон выставил себя героем, маскируя свой же пожар. Однако детектив Уайт разоблачил его действия и привлек его к ответственности. Какая ответственность? Я его просто застрелил. Ну вот, посмертная ответственность. Сто раз где-то. Это все хорошо, а собаку почему не кормят? И шею мне за что свернули-то? Вопросов у меня миллион. Вот. Дом купили, под полом у них закваска из двух типов. Им что, не пахнет? С другой стороны, если эти... Слушай, блядь, такие вещи про запах лучше не спрашивай. Они работают только, когда удобно сценаристам. Спроси, то... Проси создателей ФНАФа, блядь, что вроде у нас это дети там воняют, но никто не будет проверять эти костюмы. Однако, блядь, наш гребаный, блин, охранник... Воняет, что его увольняют. Ребята не выкидывают мусор, у них реально там помойка просто вот так вот стоит с мухами. Я думаю, им незаметно. Ну, можно сделать вывод. Убирайтесь чаще, а то пахнет. Ну что ж, ребята, вот такая игра. Графически выглядит прикольно. Идея сама интересненькая. Даже, знаете, хочется какого-то развития. В общем, неплохо. Мне, честно, понравилось. Респект и лайк, Валерия. Обязательно поддержите автора оригинала. Комментарий, колокольчик. Не забывайте заходить по вкусным ссылкам в описании, чтобы не потеряться, если что случится с Ютубом. И спокойной ночи, дружки-пирожки.